Че, привет. Выдвигаемся из отеля. Вчера не стал снимать вот этот рынок возле отеля. Туда не советую никому ходить. Там купить особо нечего. Выбора нет. И уши и торговцы особо не торгуются. Сейчас выдвигаемся. Сейчас найдем такси и едем в старый город. Снимаю там, посмотрим, что там можно приобрести и как по ценам. Мы уже поднялись наверх. Возле гостиницы не было такси. Ну, потому что еще рано утро. А так в основном они всегда стоят. Сейчас будем тут такси тормозить. Точнее, его тормозить не надо, они сами останавливаются, сигналят тебе ездить. Нам сказали, такси стоит максимум 2 доллара. Доллар, вот так надо торговаться. Если не торговаться, они могут 3 доллара или 4 даже с тебя взять. Поэтому максимум отдаете 2 доллара. Все, поймали такси. 2 доллара запросил. 2 доллара, на доллар не согласился. Сначала 5 просил. Разговор еще тут, конечно. Доехали мы до старого города. В общем, 2 доллара заплатили, но больше даже не соглашайтесь, я вам отвечаю. Если он говорит нет, вы начинаете отходить, он сам вам подзывает, все, поехали. Но за доллар не согласился, конечно, ехать. Да, изначально 5 вообще просил, это вообще зашквар. Старый город. Мы рано, конечно, приехали, еще все магазины закрыты, вот их мечеть. Чего приехали? Какой рай? Ну, мы приехали сюда, потому что у нас сегодня еще квадроциклы, и нам надо было пораньше сюда приехать. А еще у нас купание, загорание. Ну, такая здесь мечеть большая. Мы приехали сюда в 9:30 утра. Совет вам, сюда так рано не приезжайте. Тут ни туристов, магазины все закрыты. Никого ничего пока еще нету. Не раньше 9, а лучше 10. Едем обратно. Здесь полицейские. Полицейские у них с бронированными щитами все стоят. С автоматами. Сами в броне. Не знаю, почему так. Сейчас будем искать такси до отеля. Мы на квадрике заехали в один отель. И тут такая лайба стоит. Додж какой-то старый. Антика. Додж Антика? Антика. Старая машина. Такая вот, состояние хорошее. Приехали на экскурсию, квадроцикл. Все в соляре, в масле, канистра валяется. Он сейчас будет инструктаж, наверное. Помогли намотать арафатку. Он Оксаныча мотает. Все, мы с Оксанычем погрузились. Маленькая террористка. Все, сейчас поедем. Вся наша группа. Тут фоткают, ходят. Перерыв 10 минут. Где-то в горах. Ну, там маленький бедуин бегает, я ему мармеладика дал. Он побежал. И что? Сейчас поедем дальше. Все, приехали к бедуинам. Сейчас идем. Там верблюдики. Ну там водопой, наверное. Хочет, ребята, пепси, вода. Что, куда-то они все пошли? Такой вот верблюдик здесь, бедолага. Дальше горы. Все, чаепитие бедуинов закончилось, солнце. Ну да, и едем обратно. Квадрик вот здесь, все экскурсионные.